Это улица Гончарная. Впереди здание школы. И рядом вот пытались пристроить. Это тоже долгострой, который идет с советских времен. Так и не достроен. Кирпичное такое здание. Наверное, здесь намеревались построить спортзал. Там переход. И все это застыло. Значит, если это с советских времен, то это был конец 80-х, начало 90-х. Получается, где-то около 30 лет вот этому недострою. Улица Гончарная. Школа на Гончарной. Вот Гончарная, 72. Тут на мусорном баке написали. Там переход.